Вопрос. Если у меня есть достаточное количество золота, с которого следует платить закят, но год еще не прошел, и перед тем, как закончился год, вес золота увеличился, следует ли опираться в вычислении величины закята на вес золота в начале года или в конце его, то есть брать новый вес? Ответ. Хвала Аллаху. Если кто-то обладал золотом, количество которого достигло нисаба, и после купил новое золото в течение года, или ему его подарили, или иное, то он отсчитывает для нового золота новый отдельный год со дня покупки или получения подарка. Поэтому следует отдать закят со старого золота, когда пройдет целый год, а после дать закят с нового золота, когда со дня овладения им пройдет полный год. Если он желает, то может отдать закят со своего золота, когда пройдет целый год по старому золоту. В этой ситуации закят с нового золота он отдаст до истечения одного года. Это дозволено и называется закят авансом. Шейха ибн Хусейнина, да помилует его Аллах, спросили, если человек приобрел новое золото и прибавил его к старому, то с чего следует платить закят? Он ответил, если он купил золото в течение года, то он не добавляет его к первому золоту в закяте, но он отсчитывает для него отдельный год. А если он пожелает добавить к первому золоту и отдавать закят с обоих в одно время, то в этом нет ничего плохого. Его спросили, а если новое золото не достигает нисаба? Шейх ответил, если золото, которое он купил, не достигает величины нисаба, то он добавляет его к первому золоту для нисаба. Однако у него отдельный год, если только он не пожелает выплатить закят с обоих в один месяц. А Аллах знает лучше.